Ну, на мой взгляд, никакого международного бойкота, конечно, не будет. Это все пустые слюни и сопли, которые размазываются в преддверии этого события, потому что Олимпиада — это всегда событие политическое. Ничего в Олимпиаде от спорта нету. Олимпиада — это всегда политика, причем политика глобальная, политика большая, и это большая игра. И, естественно, скажем так, те акторы из числа представителей международного сообщества, кто желает оттоптаться на этой теме, они на этой теме оттаптываются. И главной темой является, мы это все наблюдаем, это проблема меньшинств. Ощущение такое, что значит, некоторые наблюдатели и комментаторы путают Олимпиаду с гей-парадом и не очень понимают, чем на самом деле здесь будут заниматься спортсмены. Мне кажется, это все напускное, это такая пена, которая, безусловно, сойдет. Что касается ощущения от Олимпиады внутри страны, то это, безусловно, один из национальных символов, который абсолютно позитивный на сегодняшний день. Все вот эти вот коррупционные скандалы и дрязги, которые были, они, на мой взгляд, сейчас абсолютно сняты, потому что те люди, которые в этом были замешаны, они сейчас бегают по миру, значит, скрываясь от международного розыска. В итоге добегаются и все равно, значит, сядут на тот срок, на который им положено сесть. А то, что касается готовности там олимпийских объектов и так далее, насколько я понимаю, там все идет в графике. И исходя из того, что я видел, то, что мы можем судить посредством массовой информации, мы примем Олимпиаду не просто на хорошем уровне, а на беспрецедентно хорошем уровне. Поэтому будет много пены, будет много вот этих вот соплей, но в итоге это все уйдет и останется хорошим мероприятием, которое будет таким же национальным символом, каким в свое время была Олимпиада 80, например, для Советского Союза.